еще с мертвой точки. Там много проблем чисто технических очень по сайту, которые вот сейчас только решаем. Вот. Поэтому однозначно все из вас, кто найдет клиента, они получат свои $200-500. Но вы можете 20 клиентов найти за месяц. Это абсолютно реально, абсолютно реально. Ну давайте еще вопросы. И если нет, тогда я закругляюсь и выкладываю ролик. Юрий, у меня еще вопрос немножко по другой теме, насчет Теслы. Угу. Машина Тесла. Угу. Ребят, по поводу других проектов, машины, доставки из США, там, айфоны, туризм и так далее, мы будем делать отдельные конференции. Сейчас меня интересует прежде всего мой основной бизнес. У меня появилось свободное время из-за того, что я взял партнеров. И меня интересует, это более доходно, чем Теслы, это более доходно, чем айфоны, и более доходно, чем недвижимость даже. Вот. Значительно доходнее. Это гарантированный бизнес, который нужен, это гарантированная услуга, которая нужна абсолютно всем. Я этим занимаюсь 2.5 года. У меня сотни есть клиентов, которые могут подтвердить, что они сделали через меня услугу по визе и грин-карте, и они реально это получили. Поэтому, как бы, ну, то начинающие все проекты, там, доставки, там, 2-3 месяца этому проекту. Машины вообще в стопоре, потому что высокие пошлины, как бы. RD-Invite начинающий тоже проект, ему месяц, да, то есть, там, недвижимость в Майами я еще толком и не начал рекламировать, поэтому... Вот интересно, именно виза и грин-карты, и к ним приклеиваем сейчас трудоустройство в Америке. Вот эта тема интересная, и она самая денежная, поверьте. Я понял вас, я понял. Все, тогда я закрываюсь, и дальше я сделаю сейчас большую рассылку всем абсолютно, кто у меня в скайпе находится, с контактами моих партнеров, и дальше мы уже распределим, сейчас я с ними маленькое совещание проведу, мы распределим, кто кого будет забирать, как бы решим, либо по городам, либо по именам, не знаю, подумаем сейчас вместе. Все, ладненько, давайте, я отключаюсь, пока. Давайте, пока, счастливо.